Мои дорогие горячо любимые модницы, а мы с гордостью представляем вам наше самое главное предложение сегодняшнего дня. Это демисезонная куртка Фрэнсис. От минус 5 до плюс 10 градусов. Межсезонье – самый приятный промежуток времени для красивых облегченных образов с возможностью создавать образы с оригинальным предметом одежды, где есть сочетание фактур и оттенков. Ведь весенняя одежда всегда выглядит свежо и поднимает настроение и вам, и окружающим. Дизайнерская куртка с отделкой эко-мехом и матовой фактурой придает элегантности и шика вашему зимнему образу, и я бы даже сказал весеннему образу. Утеплитель современный синтепон, евросинтепон, делает куртку легкой, имеет высокие тепловые показатели, не собирается, не комкуется и не впитывает влагу. Наслаждайтесь долгими прогулками и не переживайте о своем здоровье. Комфорт вам обеспечен. Прямой силуэт с правильно расположенными выточками придаст фигуре силуэт без ограничения в движении и свободе действий. Мои дорогие горячо любимые модницы, берем размер в размер. Не дожидайтесь конца презентации, я даже не сомневаюсь. Это наше самое главное предложение сегодняшнего дня. Куртка Фрэнсис закончится очень-очень быстро. Тем более размерный ряд у нас небольшой, от 52 до 60. Берем размер в размер, потом обязательно сделаю замеры и все вам покажу. Обратите внимание на эту термостежку. Она такая геометричная, очень интересная, эффектно смотрится, абсолютно стильное, нетривиальное решение. Ведь мы давно уже привыкли к ромбовидной стежке. Да, это классика, которая не выйдет из моды никогда. Но я даже не сомневаюсь, эта термостежка — это новая классика, которая также будет, во-первых, она долговечна, служить долгие годы и очень стильно и оригинально выглядит. Контрастная фурнитура, боковые карманы на молнии, достаточно глубокие, и накладные карманы на магните. Посмотрите, вот здесь у нас такой магнитик, благодаря чему карман всегда под защитой и закрыт. И такие карманы с одной и с другой стороны. Основная молния, она же реверсивная, даже при такой длине производители очень редко делают реверсивную молнию, а у нас реверсивная основная молния. Расстегнем, быстро покажу, что есть потайной карман, есть удобная петелька для хранения и контрастные вставки на воротнике, эко-мех, подстриженную овчину. Причем сразу хочу сказать, что не бойтесь, пожалуйста, что будет оставаться макияж, тональный крем. Легко и просто, во-первых, можно постирать, во-вторых, даже взять спиртовую влажность, салфетку и пройтись, и никаких пятен не останется. Вот в чем преимущество эко-меха от натурального. Он гораздо практичней, не боится пыли, моли, выцветания, не боится влаги. И благодаря наполнителю евросинтепона вы легко и просто можете эту куртку стирать. Но а благодаря легкости евросинтепона эта куртка практически невесомая. От минус 5 до плюс 10. Гуляем, ходим на работу, отдыхаем, дома сидеть вы точно не захотите. Вот это цвет в заказе, у нас называется капучино. Далее цвет, который в заказе, называется фисташковый, приглушенный матовый оттенок, очень благородный. Следующий цвет зеленый, и есть у нас цвет черный. 4 цвета на выбор. Мне почему-то кажется, что либо фисташковый, либо зеленый вырвутся в лидеры. Посмотрим, совпадают ли наши вкусы и наши впечатления об этих оттенках. Но смело могу сказать, все 4 цвета являются одним из главных таких трендовых цветов и оттенков сезона весна-лето 2024. Я знаю, как для вас важны точные цифры, важны и нужны, поэтому с удовольствием выйду на подиум к нашей модели. Напоминаю, размерный ряд от 52 до 60. У нашей модели, у Ольги, в жизни 52 размер, рост 1,66 м, да? При росте 1,66 м практически до середины бедра доходит длина куртки. Ну, кстати, мне так нравится именно вот такая длина, объясню почему. Ну, во-первых, весна, уже тепло, да, уже хочется как-то более легкие образы, более воздушные, что ли, образы. Плюс ко всему, когда слякоть и грязь, если длинные плечевые изделия, то брызги летят, все марается. Здесь же вы всегда идеально выглядите и комфортно себя чувствуете. Давайте сделаем замеры прямо с капюшона. Начнем
Сверху вниз капюшон, кстати, тоже утеплен, евросинтепон, 28, почти 29 сантиметров высота. Глубина здесь у нас вообще шикарная, 32 сантиметра. Ширина по плечам от шва до шва 51 сантиметр. Длина по спинке идет 73 сантиметра. Глубина проймы у нас, полуобхват, 33 сантиметра. Вот смотрите, от шва до шва 66 полный обхват. Длина рукава тоже превосходная. 67 сантиметров, можно легко и просто вот так вот подвернуть, да, и подстроить под длину своих рук. Без проблем, не обязательно идти куда-то в ателье и доплачивать деньги. Ну, а теперь обхват в зоне груди. Оленька, как тебе идет эта куртка? Она также пойдет и вам, подойдет обязательно, я даже не сомневаюсь, 120 сантиметров без натяжения, но у нас есть еще потенциальчик здесь, да, и вот если... О, да тут смело 130-131 сантиметр. Это 52-й размер. Но вот сейчас Оленька накинула капюшон, и сразу, да, вот этот контрастный эко-мех, причем такого кремового, молочного оттенка, вот словно подсвечивает лицо, освежает. Выглядит это, конечно, очень эффектно, но самое главное, еще раз хочу сказать, мои дорогие, это эко-мех, и это дает возможности не переживать. Вдруг запачкали макияжем, остался тональный крем, легко и просто можно застирать, либо даже спиртовой влажной салфеткой пройтись, и ничего не остается. Но при этом этот эко-мех настолько реалистичный, что отличить от натурального практически невозможно. Глубокий ворс, очень глубокий. Но смело могу заявить, что прослужит вам такой эко-мех, ну, минимум лет 15, а то и 20. Настолько это практично. Наполнитель, напоминаю, евросинтепон. Что такое синтепон? Это тончайшие волокна, тоньше человеческого волоса, в 10 раз так точно тоньше, но крепче в 1000 раз. И вот из этих волокон и составляется полотно, которое помещается в куртку Фрэнсис. Благодаря евросинтепону куртка легкая, воздушная, невесомая, но прекрасно сохраняет тепло человека, сухое тепло, никакого парникового эффекта не будет. От минус 5 до плюс 10 смело ходим на работу, гуляем в парках, занимаемся спортом, скандинавской ходьбой, может быть уже, может даже на велосипеде покататься. Автоледи тоже удобная длина, это универсальная удобная длина, но обратите внимание, что цена только сегодня 4499 рублей при оплате банковской карты, 5% скидка 4274 рубля, потому что это наше самое главное предложение сегодняшнего дня. Куртка Фрэнсис. Давайте еще раз повторю все 4 цвета на выбор. Цвет капучино, черный цвет, есть еще фисташковый и зеленый. Итак, 4 цвета на выбор. Какой цвет выбираете вы, мои дорогие, горячо любимые модницы? Но я знаю точно, эта демисезонная куртка у вас будет одна из самых любимых в вашем гардеробе. Даже если есть плащи и ветровки, но их еще надевать рано, именно вот такая демисезонная куртка идеально подойдет для перехода из зимы в весну.